Девочки, всем привет! Мы сейчас едем на Волгу, но я решила зайти в магазин косметик сначала. Малыш. Ну вот здесь вот такие ручки. Не бывает. Это как типа скупки по упаковочке. Да, да, не бывает. Много я спрашиваю, Амазон, вот эти лезвия не бывают. Я даже не знаю, что это где-нибудь вообще продают. Где-нибудь он кустовар. Просто взять можно. Да? Может, даже на почту какие-то? Возможно. Кстати, да. То, что желтыми ценниками. Да, сейчас только то, что желтым. На первого с белым. Ага, понятно, спасибо. Девочки, узнала, скидка желтые ценники так и действует, только на белые ценники будет скидка 25% только 1 августа. День красоты будет, а желтые ценники можно сейчас по желтым ценникам покупать. Поэтому по желтым ценникам можно и сейчас покупать, только на белые ценники такая скидка, потому что интересно, прям ничего такого не увидела. Так прям, по-моему, ароматы все те же самые, ничего там нового прям не появилось. Но мы сейчас заедем еще в два магазина, в тот, где я много парфюмерии в тот раз купила. Думаю, что там еще что-то новое появилось, либо цены, может, что-то стали ниже. Кстати, я вам показывала аромат 007, Джеймс Бонд, по-моему, он называется. Вот как у меня, который, только это в черной версии, здесь он стоит 800 с небольшим. А я покупала за 399 свой аромат, но у меня он в дневной версии светленький. Но мы сейчас посмотрим, с вами еще проедем еще в два магазина. Получается, ароматы со скидками там, да, стоят на стенде? Да, да, да. Вот я у вас тут раз много ароматов взяла, прям довольна. Вот такой прям вижу. Девочки, мне там понравился аромат эскада за 800 рублей. Но вот сейчас думаю, подумаю, что за ним вернусь. Потому что знаешь, что аромат эскада особо, не особо такие прям ароматы внушительные. Но приятный аромат. Приехали мы на Волгу и пошел ливень.
девочке все-таки должна найти какой-нибудь интересный аромат, поэтому я пришла еще в один магнит-косметик, потому что мы приехали на пляж, пошел дождь там сильный, я вам показывала, и мы решили поехать домой, а потом поняли, что погода чуть разъяснилась, мы сейчас на другой пляж поедем, а здесь еще один магнит-косметик, поэтому сейчас с вами зайдем. Нет, а я докопаюсь потихонечку. А у нас поводился кто-то от коляски. Вот это, кстати, делать нельзя, потому что станет с одной коляски 3000 рублей, а за нее уже идет там другой штраф, по-моему, да. Чуть ли не до уголовной. Распечатанный аромат скидка. Девочки, сняла вам ароматы, которые были со скидками. Там были хорошие скидки, некоторые ароматы, но там, где были скидки, были вскрыты флаконы, не зафольгированы. Я так предполагаю, что это либо были тестеры, либо, как уже девочки рассказывают, что многие консультанты вскрывают аромат и дают послушать покупателям. И вот, видимо, вот эти эскада была вскрытая, также Амор-Амор, вот как я себе приобрела 50 мл, там 30 было за 499 рублей, но он тоже был вскрытый. Ну, так хорошо уже им попользовались, я имею в виду, что многие открывали, слушали, его опять закрывали. Поэтому там уже не факт, что там 30 мл, там нужно гораздо меньше, наверное, его. А так, прям что-то такое интересное я не увидела тоже. Цены не избавляют, цены такие же. Некоторые ароматы появляются, новые они достают, еще у них есть остатки. Но, как бы, вы увидели, в принципе, что там было. Ничего меня там не заинтересовало. А, кстати, ароматов от Шакиры, вот я слушала аромат Шакира, 499 рублей они были, но они такие ароматики простоватые. Один посвежее там вот был, зеленый он показывал, и персиковый, такой он более послаще, но тоже не... ну, наподобие эскады, наверное, что-то такое. Не особо говорящий. А сейчас едем на Волгу. У нас погода разъяснилась. Вроде как солнышко вышло. Поэтому едем на Волгу. Дождь моросит.
можно успеть. Наешь. Ого, сколько ты откусила. Это есть вагончик. Это так не получится купаться в бассейне. Ну ладно, так не получится. Залазь в пончик. А? Ого, рыбки. Ничего себе. Ой, что ты делаешь?